Александра Егоровна Маковская, художница-пейзажистка, обращалась также к бытовому жанру, натюрморту, занималась афортом. Она стала одной из первых в России женщин-художниц, всю жизнь зарабатывавших своим искусством. Александра Егоровна принадлежала к династии Маковских. Ее отец был художником-любителем, коллекционером и одним из основателей Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Братья Владимир, Константин и Николай – известные живописцы. Маковская училась у отца и братьев. Профессионального художественного образования не имела. С 1866 года регулярно участвовала в выставках. С 1878 по 1892 год с перерывами была экспонентом Товарищества передвижных художественных выставок. Произведения художницы – типичные образцы пейзажной живописи той поры. Многие ее работы создавались в окрестностях Москвы и Санкт-Петербурга, в поездках с братьями по Украине и русским губерниям. На приобретенной Третьяковым небольшой картине Маковской представлен живописный уголок пейзажного парка тихим летним днем. Нижнюю половину композиции занимает изображение поросшей кувшинками водной глади, окружающей густую зелень раскидистых деревьев. Двое крестьянских мальчиков устроились порыбачить на выступающем из пруда большом камне. Их фигуры и лодка, на которой они добрались до каменного островка, смещены к правому краю полотна. Дети органично существуют в единстве с окружающей их природой. Как и на многих других полотнах Маковской, изображенная сцена не призвана вызывать тоску или сострадание. Наполненные атмосферой спокойствия, ее произведения словно приглашают полюбоваться мирным течением деревенской жизни. Творчество художницы мало исследовано и почти не знакомо широкой публике, хотя ее работы находятся в собраниях многих музеев, в частных коллекциях. Появляются на аукционах и периодически участвуют в выставках. Пристального внимания современников в пейзаже Маковской также не удостоились. Тем не менее, наиболее влиятельный критик второй половины XIX века Владимир Стасов доброжелательно отметил ее прекрасные произведения. Среди выставлявшихся на 9-й Товарищество передвижных художественных выставок шедевров Репина, Крамского и других передвижников. А в своем труде «25 лет русского искусства» оценил ее как пейзажистку, занятую не без успеха и даровитости своим делом. Женщины, выбравшие искусство основной деятельностью, в те годы оставались исключением, но уже в 20-м столетии следующее поколение русских женщин-художниц достигло признания и на отечественной, и на мировой художественной арене. В Третьяковской галерее хранится три живописных и несколько графических работ Александры Маковской.